я, межу ломал лук. А целью помните? А помните целью? Thank you.
Зяман был Нептуном, сел в свое время. А главврачом мировой банды был тогда Борис Львович, Виталий родственник. Не помню, что здесь было. Кажется, школа. И поликлиника. О! Послушайте. Асса родил и Асса Вата. Ну и имена были у людей, язык сломаешь. Вот и песни отзвучали, отразившись в столице, развеселые в начале. Заунывные в конце, как у них пили, как у них танцевали, как у них весело всегда было. Я про Шпицбергов говорю, вы их помните? Давай наоборот, давай. Заунывные в начале, развеселые в конце, так лучше, правда? Так лучше и родился мальчик Иисус, называемый Христос.
сегодня ощущают на себе в течение всей моей творческой жизни. Я могу сказать, своим стремлением создать новые мажорные произведения, жизнеутверждающие пафосом, способные научить человека мужества, радость жизни и стремление к борьбе. И как бы ни было тяжело услышать осуждение моей музыки, я знаю, что партия права, что партия желает мне хорошего, и что я должен искать и найти конкретные творческие пути, которые привели бы меня к советскому реалистичному искусству. Thank you.
найду.